Всем здорово, с вами Гитр 94, и сегодня у нас реакция на песню про Бенди and the Ink Machine Chapter 3. All Eyes on Me от OR3O. OR3O, не знаю, как правильно читается никнейм. Такая чиби-стилистика у рисовки. Все глаза на меня. Хоть не чисто английский голос, какой-то акцент явно чувствуется, какой-то азиатский. Фокусируйся на мне. Плавится начало. Не плавится, это течь, как Бенди. Конечно, краски поплыли на ней. Я говорил, это была азиатка. Я явно чувствовал какой-то азиатский акцент. Не, ну песня прикольная. Мне понравился такой типа джазовый стиль. Мне это прикольно, если честно. И чиби стилистика вот это вот тоже это мне понравилось. Ладно, если вам понравилась моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, не пропускайте новые видео, с вами группа ВКонтакте, подписывайтесь на OR3O, вот, не знаю, короче, вот в описании у меня будет ссылка на видео.
Надо, и до следующего видео.